like to tell you just the word. I am so sorry to disturb you. Многие думают, что магии не существует. Это отнюдь правда. Да. Но а как же другие миры, планеты, измерения, звезды? Ведь кто-то точно так же думает, а существует ли магия на других планетах? Вы спросите, существует ли магия? Нет, но только не здесь, только не сейчас, только не в этом мире. É samba de preto velho, samba de preto. Джуди, детка, сегодня вы отправляетесь в школу. Сегодня 1 сентября. 1. Не вертись. Джуди, я тебя очень прошу, присматривай за Перл. Сделай, пожалуйста, так, чтобы это чудо не разбило окно, не оторвало все листья у цветов и не наделало всяких глупостей. Да-да, Перл, я к тебе обращаюсь. Мама, я буду очень старательно следить за Перл и сама буду предельно осторожна. Ха, молодец, девочка моя. Мама, Джуди! Что, Перл? Вы что, считаете меня маленьким ребенком? Ну а кто же ты, Перл? Ты плачешь, как малое дитя. Взрослые девочки так не делают. Да, Перл, Джуди права. Вставай, детка, вставай. Но вы ведь не считаете меня за ребенка, нет? Ну нет, конечно. Перл, перестань. Я у тебя уже столько раз об этом говорила. Перл, ведь ты перешла уже в 3-й класс. Какая взрослая детка. Сестренка, хватит дурачиться. Я не считаю тебя за ребенка. И мама тоже. Ведь правда, мам? Конечно. Перл уже такая взрослая. Ладно, девочки, идите, а то опоздаете в школу. Пока, мам. Пока, Джуди. Пока, мама. Пока, детка. Перл, а какие у тебя сегодня уроки? Так, порталезация, звездогадание, числологика и литария. А у тебя? Ха, у меня тоже литария, земельный язык. Ух ты, земельный язык! Ага. Так, древний драконий, приметология и травоведение. Подождешь меня один урок? Да, конечно. Я пока схожу в игровую комнату. Ну ладно, Перл, топай свой 3-й, а я пойду мучиться в 8-м. Пока. Пока, Джуди.